До парламентских выборов в Грузии остается меньше трех недель. Чем ближе выборы, тем менее избирательно в своих методах правящая партия. Грузинская мечта заставляет телеканалы размещать свои агитационные ролики, в которых показывает разрушенные России и украинские города. По мнению партии и власти, именно такое будущее ждет Грузию, если граждане проголосуют за оппозицию. За отказ транслировать скандальные видео грозят штрафами. Правительство, контролируемое Ванишвили, ставит нас перед дилеммой. Либо мы транслируем эти видеоролики, либо нам грозят крупные штрафы, которые могут привести к приостановке работы наших каналов. Несмотря на тяжелое бремя штрафов, налагаемых на телеканалы, мы не намерены даже косвенно поддерживать российскую пропаганду грузинской мечты и издевательства над украинским народом. Из совместного заявления грузинских телеканалов «Формула», «Мтавари» и «ТВ Первели. Еще одним инструментом репрессий грузинской власти стал реестр иноагентов. Закон о прозрачности иностранного влияния, внесенный в парламент грузинской мечтой, вызвал массовые протесты в 2023, а потом и в 2024. Вопреки возмущению граждан и осуждению международного сообщества, парламент принял закон об иноагентах и даже преодолел вето президента Зурабишвили. Теперь организации, получающие не менее 20% финансирования из-за рубежа, получают статус организации, реализующих интересы иностранной силы, а также подлежат более тщательно финансовому мониторингу. Министерство юстиции Грузии уже внесло в реестр агентов первые пять организаций. По информации СМИ, в ближайшее время там появится еще шесть. Первыми пятью организациями стали молодежная организация украинцев Грузии «Светанок», Еврейский культурно-просветительский фонд, Профессиональный союз фермеров и сельскохозяйственных работников Грузии, Кутаиский дом молодежи и Союз христиан. Из публикации издания «Сова». Лишь 33% избирателей готовы отдать голоса за партию власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Edison Research. С такой социологией грузинской мечте победить в честных выборах крайне сложно, говорят эксперты. Им придется идти на все возможные ухищрения. То есть стандартный набор на выборы в Грузии – это там раздать взяток, ресурс, давление, угрозы и прочее, прочее. В этот раз, скорее всего, этого будет им недостаточно. 33% прыгнуть на 50+, плюс, это практически невозможно, никак вообще. Но власть, естественно, будет стараться нарисовать себе большинство. Поэтому можно говорить о том, что будут протесты наверняка, Посол Евросоюза в Грузии сообщил журналистам о решении европейских институтов прекратить встречи с правительством страны в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии. Павел Герчинский подчеркнул важность демократических ценностей и выразил надежду, что на выборах 26 октября грузинский народ изберет новое правительство, которое будет верное этим ценностям. Андрей Дмитренко для телеканала Фридом.